Nothing? How long? 1 hour. For what? What's it? How, what time was it? Down. Okay. Good. Probably. Aha, te cara de cena. Ah. Очень важно слушать, что говорит учитель. И даже если иногда нам кажется, что мы лучше знаем, учитель, если мы действительно нашли своего учителя, то стоит придерживаться его наставлений. Потому что изначально Ришипа знал, что Миларепа против того, чтобы он пошел в Индию. Но понял, Ришипа понял, что Миларепа был прав, только вот когда сам получил такое подобное посвящение. Только потом он понял, что слова Миларепы были правдивы, что не стоило ходить в Индию и так далее. Ну, нельзя сказать, что поход его в Индию был совсем уж фиаско. Например, Ришипа все же выучился как философии, так и дебатам, и кроме того, получил учение по практике Чакрасамвары, и эти учения до сих пор сохранены, где-то есть записи, есть тексты, которые идут именно от Ришипы по практике Чакрасамвары. И вроде как даже сам Ришипа давал Миларепе посвящение в эту практику. Вот. Тем не менее, когда мы ослушиваемся учителя, стоит два раза подумать, прежде чем делать так, как мы хотим, а не так, как учитель сказал. Now we're starting Mahamudra. Mahamudra have Milarepa give to special for Yamapadambam, one girl, 16 years old. This meditation is very big, very deep, very easy, very completed. And we do this as practice. This meditation is far different. It's not, we can use to everything. Use it to really you recognize your mind meditation. You use it to this business. You this use to politics. You this use to in the family. Everywhere you use. This is very special, you know. И мы приступаем
к изучению некого метода медитации, который Миларепа отдал своей ученице. У него была особая ученица, которой было 16 лет. И вот такой метод медитации, который вы можете использовать, и он довольно простой, но тем не менее он полностью законченный, и он довольно обширный, и включает в себя довольно законченную практику. И его можно использовать во всех наших повседневных активностях, можно использовать на работе, можно использовать дома, или занимаясь политикой, или какими-то другими делами. And this is normally people can see Milarepa. They are thinking he's crazy. You know, no clothes, no eating, and running in the mountains, sitting, the singing. But one time he went to mountain to and some farmer people. This time autumn, people working farmer. He asked for some food. Other people think it is crazy, but it's but you know this one girl is Padarambam. She really interesting, she's special, you know, girl. And she this long history, we have no time. But then she follow him, she asked him, I want similar you. And please, can you trick me? What? Take me. This is on, yeah. And teach me, and these things she give to some food and these things. Then Milarepa, he knows she is really a special person. And then after he teach her four different. One he teach her, she says, I want to very easy. And very completed, very deep things she asks. She says, other I cannot do. Milarepa give to teach her, hit her. You're going to meditation, similar in the sky. You're going to meditation, going to in the similar in the oceans. You're going to meditation similar in the mountains. You're going to in the looking for your nature of mind, looking for your insight. It is this for very short, very complicated, very deep, very easy. You are going to meditation like inside. Yeah, looking for inside. Looking for inside. Yeah. Going to samatha. Looking for your mind. И так Миларепа однажды находился в местности, где неподалеку были фермеры. Они занимались земледелием, и Миларепа спускался к ним за подаянием. И там была одна девушка, молодая девушка, которую звали Падарбум. И Миларепа знал, что эта девушка с великими способностями, что в будущем она принесет много блага. И однажды она обратилась к нему. Она сказала, что я хочу идти с тобой. Ты можешь взять меня в ученицы? Миларепа согласился и взял ее в ученицы. Она сказала, только я не могу долго медитировать и сложные техники какие-то использовать. Мне нужно что-то простое. И тогда Миларепа дал ей наставление. Ты должна... Какие простые наставления? Когда ты медитируешь, твоя медитация должна быть подобна небу. Когда ты медитируешь, твоя медитация должна быть подобна океану. Она должна быть подобна горе. И вот точно так же ты должна смотреть свой собственный ум. Вот такие наставления он дал ей.
She did meditation similar in the sky, similar in the oceans, similar in the mountains, looking for anxiety. All time she come back to Milarepa. Yeah, I did this. I did in sky, similar sky meditation, but difficult to cloud, timber. Cloud. This is destroying my sky meditation. She did in the meditation to similar oceans. She says, this is probably very difficult to ocean, you know, this waves. She says, and I did a meditation to mountains. This and spring. Spring. You know, this in the summer coming to many plants, many flowers, these things. And she says she looking for her mind, so many thoughts. This makes it this very difficult. How can I do? Итак, эта ученица, она медитировала по наставлению Миларепы. Она медитировала на небо, на океан и на горы. После того, как она по прошествии какого-то времени, она вернулась к Миларепе, и Миларепа спросил о ее успехах в медитации. И она сказала: «Да, я медитировала, когда я